Вот, друзья, 99 центов за фунт. И вот такие, смотрите, как горка живописно так насыпана. Я думаю, это они специально для создания красоты. Вы видите продукты мясного прилавка. Все аппетитненько. Это не самое дешевое место на планете. Так что если там вам что-то покажется дороговато, это таки да так. Но это все, так сказать, продукция такая, знаете, здоровенькая и натуральненькая. Вот там идет обсуждение, Света там обсуждает с продавцом, чем выкармливали скотинку, из которой это мяско там и так далее. Так все это рекламируется, афишируется, все это так. Как бы то, за что деньги берут. Крабы, говорит, местные, налетай. Вот они, пожалуйста. Комментируй, что мы фарш берем? Берем фарш, мы делаем люля. Да ты что? Ну. Люля будет кебаб или просто люля? Ну, вот будет кебаб, наверное. Наверное. Единственное, что мы не будем на углях жарить на шампурах его, а мы просто пожарим. Thanks. Thank you. Так, значит, друзья, начало положено, мы знаем, что будем готовить. Да. Это будет люля. Да, у нас есть этот самый... Говори в камеру. Я забыла, у нас есть соус вот этот, как он называется. Да, сливовый. Да. Кемали. Кемали. Друзья, чтобы ни у кого не создалось впечатление, что нормальной картошки нету, нормальная картошка есть. Но это не то, что мы берем. Мы берем вот эту. Вот эту. Называется, видите, a purple sweet potato. Jewel sweet potato. Вот это sweet potato и является объектом нашего интереса. Света, а как ты выбираешь одну sweet potato от другой sweet potato? В смысле, такой от такой? Нет, вот среди вот этих вот, как ты берешь? Знаю, чтобы они были такие, чтобы гнилого не было, знаешь. Да. Ну, так, чтобы они были получше. Чисто эстетические соображения. Ну, послушай, как-то любой нормальный человек выбирает картошку. Да. А вот нравится и все. У меня бабушка, ты знаешь, она когда чистила картошку, ну там магазинная была, конечно, не рыночная, она ее чистила, и так вот, знаешь, а там гниль какая-то, она ее вырезала и говорила, вот так и человек, говорит, смотришь, говорит, ты, говорит, крупный мужчина, говорит, красивый, веселый, говорит, а внутри весь гнилой. Да, бывает такое. Так, нам же укропчик взять. Укропчик у нас продается, видите? Вот мы взяли хорошенький. Хорошенький укропчик. Да, розмаринчик, смотрите, там мята, да, минт, минт это мята. Вот, шалфей, вообще все есть, короче. Я, друзья, показывал раньше росточки проросшей пшеницы, и человек говорит, а как же их кушать? И я говорю, сок надо делать из них, вот из этого делают сок. Есть места, куда ты приходишь, там прям тебя постригут и сделают сок. А некоторые люди сами выращивают. Вот не самогонку, обращаю ваше внимание, а именно сок. Видите как, это только на полях помидоров больше нет, а в магазине все есть. Ну и, конечно, люля без чесночка, друзья, никуда. Без чесночка никуда. Ну, конечно, так много чеснока, как там, мы не возьмем. А вот две луковички и чесноченку обязательно. Светочка, перчик связан как-то с люля или он Нет. сам по себе отдельной он жизнью связан живет? Связан с тушеной капустой. Тушить капусту будем? Будем тушить капусту. Угу. Но не перец. С перцем. Ага. Так. Красиво смотрится. Да, такой перец, друзья, тоже бывает. Когда речь заходит об авокадо, друзья, о, хорош, то первая ваша мысль, вы думаете, а зачем нам авокадо? Я отвечу, это нужно, чтобы красиво порезать. Но не то, чтобы все-таки его и съесть тоже. И в этом смысле у нас есть выбор. Вот есть такие блестященькие, полированненькие.
И есть вот такие шершавчики. Они вообще и поменьше размером. Поскольку... Хуже чистится. Ну тогда давай возьмем тех цвета, выбери. Они хорошие, мягкие. Они хорошие, ну, бери любой. Вот. Хорошие. Все, дискуссия по поводу выбора авокадо приветствуется. Да. Но задним числом, поскольку сейчас уже выбор сделан. Морковку у нас есть. Не будем брать. Возьмем капусты. Где там у нас Света с капустой? Почем нынче капуста, Свет? Не знаю. Да. А, по доллару. По доллару за фунт. Мы взяли хороший качанчик. А вот красненькая за те же деньги. Тоже по доллару за фунт. Кейл. Красиво, когда побрызгано. Красиво. А это наш с вами любимый фенхель, он же анис. Почем фенхель-то? $2 за головку. Мы сегодня не были на рынке, потому что дождь. Вот на рынке мы обычно за доллар берем, ничуть не хуже, а даже и получше. Петрушка, это друзья. Петрушка, а я хочу кинзу. А хотели кинзу, а вот издалека рванули, думаю, как к родной. А это оказалось петрушка. А не хочешь петрушку? Вот и кинза, друзья, вот и кинза. Да. Ну-ка, она вот пахнет? Она хоть пахнет? Ну а как же, вот и кантри. А-а-а, хорошо пахнет, прям Кавказ. Кавказ подо мною. Так, это какая-то другая капуста. Ну, не знаю, что-то мы обычно другую берем. Посматривали мы чесночок зеленый, чайфс называется, но что-то не высмотрели. Взяли лучком. На рынке он был, а может быть он и здесь. Может быть и здесь. Кстати, можно пока не видели. Нашелся чесночок в коробочку упакованный. Ну, лучше, чем никакой, правильно? О, а вот пилд-гарлик. Давай мы возьмем пилд-гарлик. Пилд-гарлик. Это почищенный чесночок. А ты хотела почищенный. Да, Света хотела почищенный. Ну, а я не знаю. Не хочется его чистить. Ну, если не хочется чистить, возьмем такой. Вся наша продукция отправляется на ленту транспортера. За все, друзья, надо платить. О, yes. Вот. Так, закрывай, Света, с той стороны. Ну, давай, я сам закрою. Окей. Вот так я закрыл. Пропускаем Светлану вперед. И вот с этим богатством, за которое надо платить, мы стоим в очереди в кассу. Надо сказать, что было время, когда перестали так пакетики выдавать, стали брать за них денежки и как-то так вот, в общем, жесткости всякие ввели. И мы теперь ходим с кошелками. Ну вот сейчас многие ходят со своими кошелками. Они такие складные, до машины донесли. Пришел молодой человек, который помогает уложить. И вот он укладывает в наши, ну так назовем, кошелки, условно, сумочки такие, сеточки. Мы на всякий случай дали им две, если в одну не войдет. Вот так происходит, вот так, друзья, платишь за все. Наш баланс, друзья, 35.97, расписались электронно и пошли. Thank you very much. Да. Так что, вот нам удалось так припарковаться хорошо, прям возле... магазина. Вот сейчас мы туда быстренько раз и под дождем поедем обратно.